45-летнего Андрея в деревне Липовая знали все. По словам односельчан, мужчина в течение последнего года нигде не работал. Частенько выпивал, но все было тихо. И в ночь убийства в том числе. Тогда подозреваемый позвал в гости соседей, мужа и жену. На утро женщины не досчитались. Он был знакомый у ее мужа, вот, и они последний день ее, как сказать, ее нахождения дома употребляли спиртные напитки втроем. То есть вот муж, попавшая женщина и вот их сосед. Родственники пропавшей написали заявление в полицию. Круг подозреваемых постепенно сузился до одного человека, который в итоге признался в содеянном. Когда вот уснул, они оставались вдвоем. Когда проснулся, их двоих уже не было дома. Вот. Сосед долго отпирался, но потом в конечном счете признался, написал явку с повинной. Он убил данную женщину и в дальнейшем, чтобы избавиться от следов преступления, он перетащил труп женщины в надворной постройке. Где закопал, вопили, там покойную и обнаружили стражи порядка. Экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате ударов тупым твердым предметом по голове. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Андрей Григорьев, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.